Я пришла куда мне надо. Торговый комплекс Южный. И действительно, здесь цыганский базар. Но я пришла очень рано. Я встаю раньше, чем встают продавцы. Ну, такая судьба. Я всегда встаю в 4 или в 5 утра. Жаворонок. Да. Ну, посмотрим дальше. Тут всякие вещи. Всякие-всякие вещи. Еще никто ничего не разложился. Пойду дальше. А нет, внутри вот тут уже все. Жизнь кипит. Внутри жизнь кипит. Рыбка. Каких только видов нет. Всякие разные куры. Какая рыба, рыба, рыба. Боже мой, как я люблю рыбу. Черноморская. Всякое изобилие. Ой, слюнки текут. Ну, там еще есть много-много мяса. В основном свинина, немножко говядина и немножко баранина. В основном свинина. Мясо хорошее, свежее все. Замороженного нет. Свежая картошка. 30 рублей. Ой, цыплятки. Фотографии платные. Всякие сладости. А черешня-то откуда у вас? Крымская, больше вторая. Можно купить. Так. Что там огурец было? Цены вполне нормальные, можно покупать. Это бахчисарай очень. И клубничка 250. Ну, цены я немного показала, примерно для ориентирования. Да, вот все овощные ряды. Надо ходить, смотреть, потому что цены разнятся. Черешня, например, от 180 до 280. Черешня крупная, прям хочется купить. Пожалуй, возьму. А это кукурузные початки.